решила я помидоры. Ну как я, муж мне говорит, может, под батарею пока особо места нету, разложить помидоры, чтобы они хотя бы в пакете не лежали. А займусь я ими завтра. Сейчас буду. Просто так разложу, чтобы они не мешались. Чтобы на них не наступили. Вот, они хотя бы мяться не будут, а лежать, не мешать друг другу. Вот так вот разложила.